To the battles once you can't go.
to give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Я вас всех приветствую. Добрейшего всем утра. Сегодня будем продолжать делать кота. Блин, еще и тут. Сейчас. Это у меня. Так, надо определиться, что делать. Я его тут чуть-чуть подделал, а то он ублюдски выглядел в пропорциях. Но у него еще шерсть будет, поэтому... Здорово! And
pressurizing every day, and no one wanna abdicate. I get it now, yeah, I get it now. We know there's a lot at stake, but few have tried to mediate. And there's no peace without, no peace without, no peace without, no. Lay down your fears right here for me, let them out. Break away from the pain that wanna bring you down. No one can take your place, you belong to a better tomorrow. В ZBrush'е? Ну, вообще подход-то разный. Если ты делаешь... если ты делаешь Hard Surface, то в Blender'е легче навигация, как минимум. А если делаешь персонажей и тому подобное, то ZBrush, конечно. Если модификаторами, то там подход другой. Там надо смотреть, чтобы у тебя сетка правильно была. Потому что не все модификаторы будут корректно работать. Тардельки на руки. Ну да. Ну, вообще, если сделать сразу правильную лоу-поли, то она изи в хай-поли превращается, а потом обратно в лоу-поли. Даже ретоплагировать не надо будет. Курсы не люблю. Не, ну вначале, наверное, можно, но я вот тут смотрел курс, допустим, для ZBrush'а от XYZ, не для ZBrush'а, для создания 3D от XYZ. Я посмотрел, чему они там обучают. Курс длится лет не XYZ, а стул вот этот вот. Обучают 9 месяцев, и у них каждый месяц новая программа. ZBrush, Blender, Maya, Cinema. Еще какие-то. У меня товарищ записывался к ним на стилизованных персонажей курс. Ему не понравилось.
Там, может, какую-то базу дают. Ну, не базу, а какие-то скомпрессованные знания, в общем. Но там, наверное, и людей слишком много. А если хочешь персональный подход, плати. Ну, короче, такое. Лучше посидеть, посоздавать модели вручную. Пусть тебе никто фидбэк не даст, но сам научишься. Это я так думаю. Что-то я какой-то тихий, да? А, не, нормально. Странно. Не, ну, так-то да. Thanks for the follow. Или спасибо за follow. This is the moment for us, for you, every movement. I made this to save ya. This is the moment that can change me. Join the movement. Cause your love can save me. Не важно, на чем делать. Но
Большой монитор удобно, особенно широкоформат. Вон, я кидал ссылку на брата. Ну, в принципе, я тоже. Мы начинали на ноутбуках 13,5 дюймов. Ничего. Да, бывает. Ничего, вон... На компьютере сделай все. Поехала. У нас еще старые были ноутбуки. Ну такие. Грубо говоря, не свежие. Представь, что было в ZBrush. Или в Blender. Когда хайполил. Ну да. А мы так все детство провели. Ой. Больше индейку напоминает. Вот так. Но здесь на самом деле тело-то не важно. У нее шерсть будет. У скотины этой. А под шерстью там вообще не важно. По сути будет главная шерсть. Все в шерсти будет. Но для этого надо создать... более-менее тело, чтобы не шерстью потом объем создавать, а просто на меше вытянуть. Блендере. Не знаю только пока, либо новой системой их, либо этим партиклами, как старая была. Ну, я делал старое, вроде ничего. Нормально. Она будет чисто для рендера. Ее не экспортируешь никуда. Не, портфолио там, стримить нужен контент, а так?
Я изначально-то начал делать модели для, ну, как практика, там, для себя, грубо говоря. Но мотивации нет делать. Лучше же посидеть что-нибудь смотреть или еще что-то. И для этого начал записывать видео. Записывал, вроде записывал, по утрам вставал, делал также по 3 часа. А потом что-то смотрю, и модель занимает полгода. Потому что не хочется, запись-то нажал, и все. И поэтому я начал стримить. Что я делаю? Правда, модели все равно по полгода делаю. Но... побольше. Ну, вообще, заказчик ждать не будет. Мы вот ставим с братом, когда персонажей там, ну, допустим, 2-3 недели, месяц. Меньше нет смысла, потому что говно получится. А там до месяца, да, можно. Прям супер-супер хорошее, месяц точно. Опять же, есть люди, которые сидят, прям что-то сделали, им не нравится, они берут, переделывают полностью. Вот у меня товарищ такой, а я стараюсь. Ну, сделал плохо, ну и хер с ним. В следующий раз сделаю хорошо. Потому что постоянно переделывать можно вечно. Лучше уж сделать, выложить. Или там отправить, готово, типа, и все. Лучше тебе фидбэк дадут, что сделать правильно. А то будешь сидеть, думать, что ты делаешь правильно, а потом окажется, что им не нравится. Ну да. А хотя вот недавно делал... пушку заказчику, все нравится, хай поле сделал, показываю, все нравится, давай лоу поле делать, делаем лоу поле, 2 недели проходит, отправляем, он говорит, о, да, все классно, можно вот это поправить, он картинку кинул, референс с одной стороны, а у него типа из другой стороны другая, я поправил, он говорит, знаешь, мне этого ждали, давай типа за первую половину только деньги, а за вторую, типа, отменим заказ. Типа, без текстур, без лоу-поли, просто хай-поли. Скотина. Хотя вроде все нравилось. Да, может, не кидок, но скотина, так просто не поступают.
Если бы он пришел и сказал, ладно, давай мы тебе оплатим назад модель, я бы просто сказал, иди нахер и все. Потому что это же время, если тебе не нравится, скажи сразу, зачем все день говорить, что тебе нравится. Причем, даже если бы, грубо говоря, до конца все сделал, он имеет право вернуть деньги полностью с фриланс-площадки. Но модель, естественно, моя. Я могу с ней делать что угодно. Но мне-то она зачем? Я захочу, еще сделаю. Колка кончилась. Сейчас подойду. Ой, куда? В ютубе все, и Blender, и ZBrush, и Unity, и программирование, все, все из ютуба.
Нет, только фриланс. Студии не для нас. Я не представляю себя сидящим где-то за столом, за чужим компьютером. Я люблю комфорт. И в студиях больше ответственности. Кажется, что слишком, ну, коллективная ответственность есть, но вот, допустим, сейчас работаем на какие-то студии геймдев, которые делают свою игру мечты. Ты знаешь, что надо, а они не знают. Они разрабатывают игру, но почему-то ты должен за них думать. Какие у них там texture density, какие у них текстуры должны быть. ТЗ нет четкого. А если, ну, ты им доставляешь модель, они потом смотрят, что-то много полигончиков или еще что-нибудь такое. Не надо меня учить. Я эксперт. Доверьтесь мне. Они просто не знают, как работать с движками и тому подобное. Да. Texture density — это соотношение, если грубо, соотношение текстуры к другим текстурам в сцене относительно размеров сцены. Чем ближе к камере, тем выше должен быть texture density. Точнее, texture density всегда должен быть один. Но если у тебя гигантский дом вдалеке стоит, то ему не нужны большие текстуры. Если ему сделать, допустим, разрешение текстур, ну, грубо, 512, но texture density будет такой же, как и у куба спереди, в метре от тебя, то они будут выглядеть одинаково. То есть не будет бросаться в глаза, где-то хорошая текстура, где-то плохая, они будут выглядеть одинаково. Вот для этого нужен texture density. Можно, конечно, подзабить на него. В принципе, сейчас можно сразу пихать 2-4К текстуры, и они примерно будут выглядеть одинаково, но это не профессионально. Но его еще надо правильно рассчитать для сцены. Есть стандартные значения. 512, там, 1024. Но это не текстуры, это именно texture density. Пиксели на... Ну, пиксели, texture на дюйм. Короче, для всего этого есть уже давно тулзы, просто нажал кнопку, он тебе посчитал texture density относительно каких-то размеров и все. Ну, Ryzen UV для разверток, для всякого такого, для пакования этих разверток. Но я вот, допустим, им не пользуюсь, а товарищ пользуется, ему типа нравится. Хотя в Blender есть альтернатива, тоже неплохая. Там, конечно, есть вещи, которые, ну, не то чтобы недоступны, может, их просто не сделали, но... Поменьше, чем в Ryzen UV. Ryzen UV все-таки отдельная тулза, программа целая, которая стоит дохера разворачивать. Но, в принципе, в Blender есть альтернатива. Хорошая причем. Просто ты получаешь программу Ryzen UV Pool и используешь оттуда 10%. А в Blender за 30 баксов аддон и те же 10%, но только дешевле. И все в одном движке, то есть не надо покупать еще дополнительный аддон, который тебе экспортирует в Ryzen UV, а потом обратно в Blender.
Я, допустим, пользуюсь только Texel Density штукой, их удобной штукой для нарезания островов для быстрого. Шорткат и пакинг, и все. Мне больше ничего не надо. Все остальное в блендере стандартно встроено. Вот эти вот найти похожие острова, там еще что-то, это раз в 100 лет, допустим, пригодится, а потом не надо. Ну, надо постепенно, постепенно все систематизируется. На самом деле не очень трудно. Большая часть потом лежит в голове и все. Ты о ней даже не думаешь. Ты просто знаешь, что она существует. Ну да. Да, быстро привыкаешь. Вон, товарищ, другой товарищ, начал заниматься 3D, просто чисто хотел стол себе сделать физический и замоделировал его в блендере с нуля, просто ничего не зная, просто зашел в блендер, мы-то уже давно были в блендере, он просто зашел, начал что-то моделировать потихоньку, потом какая-то сцена появилась, потом еще что-то. А потом начал то ли, ну да, игру делать, и модельки уже понасоздавал куча разных интересных. А потом залез в реестр, поменял имя, и у него прям в онлайне удалило весь диск. Розовый экран был, все дела, все потерял, и мотивация ушла, он просто на год бросил. А потом вернулся, уже другой блендер, новая версия там. 2.8, раньше был 7.9, старый, древний, как говно мамонта. Ничего, вернулся, сразу все вспомнилось. Новые вещи пришли, так. Быстро адаптируешься. Главное, практика. Ну, ничего. Если это в самом начале, то в принципе что? Сделаешь еще. У меня было много моделей, много всяких разных файлов.
на жестком диске. Я собрал комп, а он был в ноутбуке. Я собрал новый комп с новым диском, а тот диск просто лежал. И при переезде его просто уронил. И все. Ни файлов, ничего. Но лучше где-то, конечно, иметь хотя бы картинки того, что ты делал. Чтобы видеть прогресс, там, я не знаю. Портфолио, чтобы лежало. Потому что старое всегда можно скрыть, а новое будет добавляться, заменять старое. Вон у меня товарищ, который первый товарищ. У меня много товарищей, который в 3D и делает работу какую-то, останавливается где-то в середине, архивирует, и оно у него лежит на компьютере, и он делает другую. Но это неправильно, на мой взгляд, потому что надо доводить до конца. I don't know.
Это у меня. Да, именно так. Ну надо, надо. Я ее, может, еще перенесу на передние лапы, поэтому. Какие же страшные у них лапы, конечно. Он сойдет. Да.
Беленький. Story of my life, searching for that right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, cause it seems that wrong really loves my company. He's more than a man, and this is more than love, the reason that the sky is blue. The clouds are rolling in, because I'm gone. Блин, надо было криво делать. Да нет. Он же пушистый будет. Ну я по референсу делаю. Вроде не очень. Ну тут, блин. Надо этой кривой. А что такое говно получится?
Теперь он кота крыс. Ну да. У нас кот в России у родителей. Ему 16 лет. Он худенький, и шерсть такая уже. И он, когда... не помню. Ну, уже года два, наверное, назад. Блохи были, он себя расчесывал. У него она вообще полностью выпадала, шерсть. Он такой лысый-лысый, худенький-худенький. Fresh breeze of air.
Ну да. А у нас был полностью Теамор до край. Thanks for the follow. Или спасибо за follow. Весь в крови был. Чесался постоянно. И залазил куда-то вглубь одежды, там в шкаф, еще куда-то. Причем блохи были из каких-то подвалов, мы еще в квартире жили, и там на первом этаже травили блоха, они все вверх лезли. Ну да, в клочках таких. Но много тоже нельзя. Это же все-таки химия. Самое интересное, когда я у себя на кровати, он же на кровать лазил, у себя на кровати находил блох, а не так... Или когда лежишь, а тебе в щеку что-то прыгает так... А, нет, ну если на улице, то у нас домашние были, у нас просто еще собак куча, и они с улицы несли, могли нести.
Блин, кофейку что ли пойти забубенить? А пойду. Сейчас подойду. Ну, яйца обычно белые. Ну, хотя блохи разный вид имеют. То есть маленькие, есть большие. И когда маленькие, у них белые яйца. А черные, это может быть, когда чешется. Вот у нас еще после чесотки куча было. Так, можно было. Ладно, сейчас подойду. Yep. I dream 100 dreams.
too. Took some time away to face the truth. Sick and tired of the deja vu. Now I never really think of you. Got rid of the void, forgotten your voice. I'm closing my eyelids. Lately I'm loving the silence. Time of myself, abundance of wealth. Stars in the sky are aligning. Damn, this must be divine timing. Блин. Ну, ща. Вот эта свинья была сделана с мышкой. Все остальное с планшетом. Сначала с маленьким таким, прям... Маленький-маленький. Ну, ничего, нормально. Тоже на нем сделали кучу денег. А потом купили себе, в принципе, большой. Можно по ссылке найти. Хуён. Гигантский такой. Это уже... Второй, получается. Ну, брат у меня побольше в этих персонажах, поэтому я-то больше пропсы делаю.
Привет. Должен быть. Ну так он похож на какого-то кота. Вот так он похож на индейку. Когда шерсть накинем, посмотрим. Шляпу сделаем. Сапожки. Что-то он несимметричный. Ну, можно что-то попроще взять сначала. На время, так сказать. Это самый первый персонаж. Ну и так, я там еще Substance Painter осваивал. Это давно было. Я потом забросил персонажей делать. И ZBrush тоже. Да, творить-то можно что угодно. У меня не срослось, я просто скачал, посидел, поделал. А потом перестал делать и все, забылось. А потом, когда начал делать заново, ну, в блендере все сразу, то есть у тебя лежит, сразу сделал low poly, если надо, поправил, сделал high poly. Удобно, неудобно только что лагает. Ну да. Ну опять же, привыкаешь, конечно, но... Такое.
Ну, кому-то нравится, мне вот не нравится. Подождем. Даем. Да. I'm in the darkness. Cold.
Блин, опять детализация.
guilty place, crash and burn. Are we still okay? Lie awake just thinking about you. Using words like a knife, palm of your hand, sharp in the night. Alibis, but I got my doubts with you. Так ще подойду к Окіналю.
Так, я всрал перчаточку. Че она не запустилась?
Ну, бывает. Вон, в Китае тоже так же продают. Официальные магазины дороже, чем неофициальные. Допустим, вот этот, который я сейчас, на котором... А в официальном магазине он стоил 1000 на 3 дороже, чем у соседей. Все хотят
secrets and tell me what you want. I'll be here forever. Give me a little bit of just a touch. Tell me all your stories, the ones that are in the dark. I'll be here forever. Give me a little bit of just a touch. Moonshine to the stars. Take my time, take my heart. Yeah, drive by anytime. Please stay another day. Don't make me miss you another way. Just kiss me through the phone. I wanna feel it all. You know I'm sleeping all alone. Just hear me through the phone. I wanna hear it all. Tell me all your secrets and tell me what you want. I'll be here forever. Give me a little bit of just a touch. Tell me all your stories, the ones that are in the dark. I'll be here forever. Give me a little bit of just a touch. Чаще всего, вот которые дефолтные. Play, play build, YouTube. Стандартную, rake, этот trim, pitch и move topology. Move topology. Но в основном clay tubes. Нет. Как она хотела выглядеть? Может, Юза? А, нет. Да я редко что-то срезаю, грубо говоря. Я больше вытягиваю. А потом с музом. Просто у меня еще привычка с блендера. В блендере по дефолту вот эти кейсы стоят. Такие же. Ну да. Захист. В блендере где еще?
все, что не связано со скульптом или одеждой, или печкой, но даже пеку иногда в блендере. Все делаю в блендере. Текстурю в Substance Painter. Пеку в Marmoset. Рендерю в блендере. Разворачиваю в блендере. Юзаю для одежды. Flow 3D либо Marvelous Design. Marmoset. Ну, во-первых, там real-time рендеринг. И там нету вот этих вот постпроцессов, как в блендере. Там все в реал-тайме. Там нету запеченных теней. Ambient occlusion, в смысле. Что там еще? Как их? Light bounce, там всякие вот эти штуки. В блендере там тонкая настройка, а в Marvel, ой, в Marmoset такая. Короче, физический движок, в физических движках, которые реал-тайм работают, не как, не очень. Нет, ну есть-то он есть, только он не физически рассчитывается правильно по кадрово. Он просто рассчитывается относительно камеры, как в игровых движках. А Blender просчитывает каждый луч при рендере. Поэтому он долго рендерит. Потому что это настоящий рендеринг, а не реал-тайм. Плюс Direct, Indirect, Shadows там разные. На RTX это другое. Ты не путай просчет и сами механики просчета. В блендере, в Cycles, не в Eevee, все считается лучами. А RTX лучи это просто этот... Но ретрейсинг — это просто функция рендеринга, это не механик. Он просто использует свои технологии для просчета того же самого, что заложено в движке. В данном конкретном случае, в этом, в Marmoset. Но по сути это реал-тайм. Для чего-то быстрого, легкого, да, может подойдет, но для чего-то тонкого или прям супер-супер качественного. Не очень. Да и плюс туда закидывать еще такое. Они только-только в четвертом научились сохранять пути карт. И пресеты сцен.
Hey. Hey. Да я пропсы редко делал. Если посчитать все стримы, которые я провел, большая часть это персонажи. Но пропсы я тоже делаю. Просто пропсы я и так делаю в обычной жизни. Мне вот так хватает. Спасибо. Потом.
Блин, все детализацию просрал. Ну, опять ремешно. Так, сейчас подойду. I'm so bored of the way that the world's going round. I've been thinking of burning it down. It's overrated, and I'm impatient. Wow, would you look at the mess that we made? With zombies marching to the grave. Why's no one raging? Oh, I can't take it. Ooh, I'm on the loose. I'm coming and blue can't stop me. I'm tripping fuses. You're not amused, but I don't care. I can't wait to break the machine.
comes at a price. I'd rather risk it than stay inside this prison. Why is it easier just to comply? Cause you're teasing, go X out your eyes. Stop me. Ooh, I'm tripping fuses. You're not amused, but I don't care. Блин, все лапы в говно. Ну ладно. Блин. Thank you.
Какой же я умный. Thanks for the follow. Эль, спасибо за follow. Спасибо. There you go. Yeah.
глаза на затылке вылезли. Cut the silence with a knife. Subatomic bliss, there's nothing left to miss. It's just empty Russian roulette. Try to brush it off my shoulder. I feel the world is getting colder. And I don't wanna lie. Every time I smile, I'm falling out of love. Try to brush it off my shoulder. I feel the world is getting colder. And I don't wanna lie. Every time I smile, I'm falling out of love. Not to turn around, so go ahead and burn us down. Cause I don't wanna lie. Every time I smile, I'm falling out of love. Bulldog.
Ой, ладно. Давай ты его мучить. Я над ним еще посижу. А сам пойду делать кушанье вкусное. Продолжим, наверное, в понедельник, мне кажется. Может быть, выходные, но не знаю. Будем делать шляпку, ботиночки. Спасибо. Ладно, гайз, пойду я. Спасибо всем, кто был. Да, будем. Не, ну только не в следующий раз. Через пару раз. Все будет. Вы приходите. Понедельник, среда, пятница. Если я не просплю. Может быть, суббота, воскресенье. Иногда во вторник. Может быть, четверг. Спасибо. Ладно, спасибо всем, кто был. Спасибо, что пришли. Приходите еще. Давайте. Увидимся. Пока. But I don't go easy, you know, I put up a hell of a fight. Sirens sound like wedding bells when I'm on the hunt. Revenge is sweet, revenge now I can trust.